Привет, мои хорошие ребята! Всем рока! Ребят, короче, меня так плющит, потому что я только что слушал рок-музыку. Это такая, на гитаре. Бон Джови. О, вот это меня плющит, мои хорошие. Простите. Я вам желаю классного настроения. Ну что, сегодня у нас будет баскетбольный челлендж. Баскетбольный челлендж с этим пиписькой малым. Пиписька почему? А нет, не пиписька. Поп-попка. Поп-попка, потому что хочет постоянно. Хочет попу как у Ким. Попу как у Ким. И хочет том-том. Попу как у Ким. Попу как у Ким у Ким. Попу как у Ким. Сахарка можно белого, а попу как у Ким. Ой, ребят, ну вообще, ребят, у меня настроение такое, попеть музон, поиграть на гитаре. Хотя я на гитаре не умею играть. Но настроение такое, боевое. Банана не хочешь? Сахарок бананчик не есть, однако мороженое любит. Ах ты какой сахарочек. Так, а ты, Том, будешь правильную еду кушать. Арбуз, морковка, клубничка. Сахарная вата это для сахарка. Тебе нельзя. О, ребят, вот это классная штука. И этого сейчас будет. Фейерверки в глазах, ребят. У них настоящие фейерверки в глазах. Так, ребят, а как там? В баскетбол играют зимой? Так, мы играем. У нас, ребят, сегодня баскетбольный челлендж. И мы начинаем. Не забудь, кстати, поставить лайк под видосиком. Давайте, 1000 лайков. Упс. Ребят, я попал! Как же получить баскетбольную форму, мне интересно. Блин, сейчас сломаю кольцо. Ну, чуть-чуть медленнее, чуть слабее надо кинуть. Вафик, ну давай. Блин. Капец, ребят, капец. Баскетболист, фига. Жаль, нет тут футбола какого-нибудь. Да я вообще не попаду. Ребят, меня тут же управление мышкой. Мышкой управляется. Сломал кольцо! Не, не буду чинить. Все, пошел ты в баню. Я лучше попрыгаю на барбуке. Ребят, баскетбольный челлендж не удался. Ого, этот космонавт, ребят, тут кувыркается. Я в шоке. Да я не видел, чтобы ты так кувыркался. Да, йоу. Ребята, он кабанчик жирный, может же и сломать батуты. Ача. Готовимся к полету. Прям. Разминка перед полетом. Ребят, сальто было только что. Космонавт, приземлись. Давай, погнали в космос на волшебной санках Деда Мороза. О, вот сюда. Опача, что мы вкусненького привезли из космоса? Из далекого зарубежья. Па-дам-пам-пам. Сырок, пицца и яблочко. Опача, фригальная машинка. Та-да-да-ту-ту-ту-ту. Я уже устал. Ребят, может обновить? Может уже что-то новенькое есть, кстати. Эх, отключили комментарии, да? Так бы вы мне написали. Вадюха, там же появилось супер-чудо-новшество. Так, ребят, как вы думаете, мое... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! День рождения! Том, я тебя поздравляю, ребят! Бодрить сахаров, как всегда, в своем репертуаре. И супер-пупер, ребятки! У нас открылся, смотрите, какая штука новая открылась. Офигеть, полетели за вот этим шоколадным сундучком. Ух ты, ребят, смотрите, как красиво. Бабах. Ух ты, шоколадные вкусняшки. А, у нас там все есть, да, потому что у нас там миллиардный этот самый. Так. Бюджет у нас, потому что миллионеры. Конфетное царство, да у меня все есть, спасибо. Так, а на Battle Challenge пойдем? Пойдем, сходим, ребят, помните, мой непобедимый Том, ни разу его никто еще не побеждал. Как вы думаете, сейчас кто-то его победит? Ого, ребят, этот прикольный малый. Ну давай сразимся с ним. Шапки пожарного. Ого, ребят, за него больше голосуют, чем за меня. Вот это нашелся сильный соперник мне. Офигеть, ребят, вы че? Гляньте, за меня почти вообще не голосуют. Ну капец, это разгром, блин, вы не оценили мой наряд, так это же непобедимый Том. А ну еще, если, ребят, и это чудо-юдо меня разгромит, то в следующей части мы обязательно
поменяем тон образ. Тончик, давай, мой хороший. Давай, маленький. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Кажется, ребят, кажется, тут я выиграю. Ха-ха, ты, зеленое чудовище, не выиграешь меня, ты понял? Потому что я очень сладкий. Я сладкий гумми-бер, вкуснющий гумми-бер. Конечно, победа. Ба-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ба-бам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 
Так, ребят, ну, неужели эта печенька выиграет у меня? Печенька с одним глазом не может победить настоящего героя. Героя-модника. Кажется, может. А ну-ка. Все, ребят, второй проигрыш подряд. Ну, не подряд, а за серию. Это фиаско, братан, фиаско. Пора менять. Гардеробчик. Ну, ребят, это мы сделаем уже в следующей части. А сейчас, мой хороший, не забудь подписаться на канал, поставь лайк под видосиком. Тёмки-бомки. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Переходи тут на конечные заставки. Как сын грустит о матери, грусти мы земле надана. От звёзды, тем не менее, всё так же далеки. И как часы затмения.